Жесть, я кого-то вижу. Паук! Ты серьезно? Да. Вот, он бежит на меня. Он на меня. А, давай, Лера, бей, помогай. Ух, нифига. У меня... Он хп на нос. Не, я бегу. Не-не-не, бесполезно, бро, убегай, убегай. Эгегей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, и это прохождение игры Grounded. Вторая часть, мы выживаем здесь с Юрком, ссылочка на Юрка есть в описании под этим роликом. Переходите и подписывайтесь, поддержите его тоже своим Лукасом и подпиской. Ну а мы продолжаем в этом приключении, вас ждет очень много крутых монстров из местной фауны. И я, кстати, узнал, что все события, оказывается, в этой игре происходят на нашем заднем дворе дома. Прикиньте, это просто жесть. Продолжаем, ребят. Базу, давай. А да, где мы будем строить ее? Где? Хоть здесь. Ха-ха. Хоть я внизу. Не знаю. Я вниз. Подожди, а как навес построить? Давай я посмотрю. Создать. Навес. Да. О, шляпу из клеща могу создать. Верстак, а, да, там есть такая. А? Зимняя, ага. Типа того. Так, подожди. Глазная повязка. Подожди, здоровье, искусство. Строительство базы. Во, травяная стена. Смотри, 4 травяных доски мне надо. Здоровье, да. Готов. Клягу можешь, давай, понял? Мешочек из кожи личинки. Навес. А, вот, навес, нашел. Мне надо, знаешь что, лист клевера и росток. Клевер нужен. Давай клевер добываем. Да? Навес вот, я могу сделать. Делай где-нибудь навес. О, так. О, куда ты повез? Да, да здесь где-нибудь поставь, пофигу. А вот сюда, вот так вот, да, вот так. Да, вот так, давай. Блин, ты не поставил? Нажми на что-то. Ты не поставил, нажимай, вот. Да. Еще? Еще один, что ли? Да, давай, давай. Второй. Два. Все. Лоп. И все, наверное. Все, убирай. Вы... Теперь чем надо? Как его надо строить? Че? Ха-ха! А, лист клевера нету, я же говорю. А вот, нет, нет, подожди, подожди, не ломай, не ломай. Давай, давай. Все, все, а, все, все, все есть. Да, да, все, а, поставим. А, все, можем поспать. Ложимся все, спать? Да. Давай, давай, я ложусь. Все, погнали. Спать. Фу, спим. Спать, да. Все, спать, отлично. Думаю, пора поспать. Отлично. А, еще и днем проснулись, да? Да, тут видишь, короче... О, классно. Этот навес, ночь проходит быстрее, получается. Да, да, да. Во, я нашел грибы. Смотри, тут сколько грибов. Я кушать хочу, пошли. Все, круто. Хап! Смотри, грибов так. Сколько. Надо в общем, хавать. Нужно собирать здесь все, что видишь. Здесь, да. Знаешь, что хорошо? Здесь неограниченное, я так понял, короче, количество может в рюкзак ложить. Ты иди ко мне, тут грибы. Ко мне беги. Грибы мне нужны, да, похавать. Вот тут, да. Я похал, мне теперь пить охота. У меня пить. Да. Мне сухая. Так, мне сухая трава нужна была. А, вот и грибы. Да, вот грибы собираю. Убери факел уже, он светит по-дурацки. О, смотри, я тут что-то нашел. А, вода, вода. Как убрать его, блин? Все. Факел на кнопку нажать. Ну, на которую он тебя выбрал, на нее нажми, он уберет. Так, что нам делать? На 5 исследуйте взрыв. Что, пойдем взрыв тогда исследовать? На 5. Да-да, сейчас исследуем. Я что-то вижу. Ха-ха, это камень. Камень блестит. Я сухой травы. Уже как нужна вода. Надо похавать. Сухой травы сейчас нарублю. О, нарубил. Сухая трава. Ой, я упал. А, вот. Все. Сухой травы надо нарубил, еще надо нарубить. Погнали, живем, и топор, живем. Ты еще себе все инструменты создал? Я нет, какой? Я только создавай. Топор себе сделал. Давай, создавай, а что ты не делаешь ничего? Ты что? Топор. А то... Ну, топор, копье, все делай. Да, каменный молот. Каменный молот, молот мне нужна тоже. Хочу, веревка. Ну, делай. В чем проблема? Веревка, так. Ой, я что-то выкинул или что? Что я сделал? Блин, я что-то выкинул, походу, в инвентаре. Где у меня? Инвентарь. А, молоток убрал. Какой-то метод. Создаем, создаем, создаем. Так, все, у меня копье есть. Слышно, кубы веревки проанализировано. А где анализатор? Да, пошли какие-нибудь новые предметы проанализировать. Слышно, нет, проанализировано. Ну, ты не проанализировал, значит, веревку. У меня она проанализирована. А мы откуда пришли с тобой? Помнишь, где почему? Я делаю ее. У меня 7 штук уже. Как так? Все нормально. А, делаешь? Ну, все тогда. Что сделал? Создать, короче. А где анализатор? Ну-ка. А, тут на М есть карта, смотри. Так, бейсбольный мяч. Вот, где бейсбольный мяч был, да? Таинственная машина. А, так. Лук ты сделал? Во. Нет.
Так, а как Крыла. мне, а как мне выбрать вот этот бейсбольный мяч? Слышь, у меня чинилка даже есть, Макс. Что за чинилка? Я не знаю, как что. Маленький инструмент для починки поврежденных построек. Как оружие абсолютно бесполезен, понял? Подожди, я не знаю, как мне выбрать бейсбольный мяч? Приблизить, отдалить? Я не знаю. Кожа личинки нам нужна. Я не понимаю, что-то. Как выбрать? На Е? На F? Так. Нет. Я хочу к бейсбольному мячу прибежать. Пошли, короче, чем? Нам надо... О, смотри, что тут нашел. О, тут жук еще есть. Молот. А где мне молот? Исследователь природы мне написали. Обнаружена мутация. Да блин, умри. Все, молот. Смотри, копье, обнаружена мутация какая-то. Кварцит. Смотри, я нашел что-то огромное тут, пипец. Где? Вот, здесь вода есть. Бегу. Мне, кстати, выпить? Тоже... А, это не вода, это какой-то сок или что, ко мне беги. А, это коробка из-под сока. Обнаружена мутация, у меня тоже мутация обнаружена. Ну. Смотри, еще муравьи. Вот, вода, пей. Ух, благодарю. Нифига, брата. Тут здоровая она. Смотри, тут блин. Вообще здоровая капля, иди сюда. Подожди, Макс, короче. Чё? Мед, блин, у меня есть мед? Сок, блин. Сок. Ты их покормить думаешь? Да, я в прошлый раз хотел какой-то мед, но почему-то я меда не вижу. Да ладно, пошли, я не знаю, как их кормить. Смотри, вот тут еще сок, иди попей. А, нет, я его выпил весь. Блин. Слушай, ладно. А если этот сок побить, может из него вода копьем проткнуть, а? Не знаю, нам нужна сухая трава. Сухая нет. трава. Так руби ее, что ты не рубишь? Подожди. Так, я бегу к бейсбольному мячу, мне нужен бейсбольный мяч. Камешек. Ух грибы. Ты! Я здесь нашел какую-то какаху здоровую. Жесть, иди сюда. Сейчас. Я клевер не беру. И тут это, сухой травы очень. А, это не какаха. Я понял, что это такое. Она выглядит. Это ракушка. Это жесть. Это от улитки дом. Так. Какая она здоровая, офигеть. Ты говоришь, руби, а где она? Трава сухая. Да вообще ко мне беги, ну ко мне беги. Я же тебе сказал, тут рядом, тут прямо ее заросли этой травы сухой. Ко мне прибеги. Что-то у меня она немножко начинает... Там кто-то здоровый лазит. Жесть, я кого-то вижу. Паук! Ты серьезно? Да! Иди сюда ко мне. Смотри, иди сюда. Где? Сюда ко мне, иди. Это там тоже коровка. Нет, паук! Я тебе говорю, это жесть. Лезь. Мне кажется, мы туда лезть не стоит лезть, Макс. О, конечно. Это что-то он сказал. Ты видал его? Кто? Ну паука, ты видишь? Я сухую траву нужно собрать. Да я все видел, конечно. Я сухую траву сейчас соберу, подожди. Вот, он бежит на меня. Он увидит меня. А, беги. Не-не-не, там бесполезно, мне кажется. Он огромный, у него глаза красные стали. Это жесть. А там муравьи рядом. Ладно, ничего страшного, подожди, дай я убью. Он, короче, божью коровку убил. А что ты нарубил травы, а не собираешь? Вот она же. Вот потому он. Что я тебе на помощь пошел, ты хотел. Бежит, говорит. Я сразу. Вон он, смотри, ты жесть. А тебе не нужна трава, ничего, все. А я не знаю, что я еще пока ничего не создаю. А что ты хочешь создать? Так, давай создам. Нет, чтобы запас был, я имею в виду. Подожди, я лук хочу создать, но мне нужна шорстка мошки. 4 штуки аж надо. Да вот именно, нам нужно с тобой убивать. Чинилка какая-то. Маленький инструмент для починки поврежденных построек. Да, да. Я тебе про это говорил. Шипастый росток. Оружие из ростка с шипами. Нужна игла чертополоха. У меня нет ее. Так, строительство базы. Короче, давай найдем свой этот мячик. Мяч. Где наш? Кого выбрось? На R? Кого это, блин? На R или на G? На G по одной бросает, на R все выкинет. Все, я выбросил, мне нафиг не нужна. Внизу же написано, справа внизу. Все, будем пробовать на этого нападать, а? Или не стоит? Давай попробуем, возьмем. Так, блин, погнали. Мне кажется, у него там ХП просто много. Блин, у меня вообще ХП мало. Ну ладно, погнали, атакуем. Тихо. Не, мне кажется... Да, он, смотри. Смотри, что он творит. Он кидается чем-то. Кайца. Впереди паук. Да, есть, я врезал ему. Врезал. Да, бью. Давай, Нейрон, бей, помогай. Ух, нифига. Нифига, он ХП на нос. Не, я бегу. Не, бесполезно, бро, убегай. Не, бесполезно.
Ой, жесть, ой, он хпшки мне снес. Сюда! Нарваться! Бей, бей, бей! Убегай! Убегай, он убьет, ну сказал же! Я тебе не смогу тебя поднять! Я тебе сказал, это он с одной тычки убивает! Ой, жесть, нет, нет, нет! Блин! Подожди, я же тебе сказал, убегай, Юрок, убегай! Я не видел, что он меня атакует! Блин, да жесть, так, подожди, у меня есть что-нибудь? А если я вру, я где возражусь? Ну, а там же. Только у тебя все вещи здесь останутся, надо будет сюда приходить и забирать. Так, я ничего страшного. Попробую бинты посоздавать. Так, вроде создал. Эх, сейчас. Говно, ну ладно, я тебя запомнил. Нет, это жесть, тут надо какое-то оружие нормально. Блин, бинты так мало, хп восстанавливаю. Он теперь охраняет тебя, прикинь, я даже к тебе... А ты можешь ползти ко мне? Ползи ко мне. Нет, 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 он вообще ничего не функционирует. Блин, ну все, ты всё. Умер. Сознание в бою с пауком. Ой, жесть. Жесть, ребята, это просто жесть. Это, он до сих пор, он красные глаза. Он до сих пор агрессивный. Возрождение. Ладно, это был хороший бой. Не, беги сюда, ты можешь собрать все свои вещи, если ко мне сюда прибежишь. Ладно, погнали. Да, я вижу, друзья, каждый учится на своих ошибках. Я хотел попробовать. Думал, ему напинаю по щам. Нет, это не бесполезно. Нужен лук. Нужен лук, да. Изначально я вообще прям с ним сражался копьем. Ну да я тоже, я ему две или три тычки, да, а потом он на меня, короче, такой бах, прыгает и бьет. И все, я понимаю, что у меня было полное это, здоровье, короче, и оно просто чуть-чуть стало. А, бинт он, короче, не сразу хп восстанавливает. Забирай быстрее, беги. Быстрее, пока он отвлекся. Быстрее, забирай все. Просто все забирай, все. Забрал? Где? Да. Вон, божью коровку, смотри, мотает в паутину. Блин! Чё? Этот гад. Может, ему отомстить? Да нет, нет, нет. Бесполезно, бро. Он... Беги, 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 беги! Убегай! На шифт беги! Быстрее, быстрее, быстрее! Но он медленный. Он кидается еще чем-то. Нет, давай, короче... паутиной кидается. Короче, давай этот, создадим лук, найдем. Пошли тогда по заданию и исследуем возле дуба что-то там. Где-то? У меня топора нет, у меня, короче, что-то топор исчез, топор исчез. Ой, блин, нечаянно кинул, прости, блин. Да бывает. Не на ту кнопку нажал. Так, надо, знаешь что, мне надо создавать... Видишь, этот... мутации, активные мутации какие-то есть здесь. А исследуй... где? Я не знаю, вот заходишь в мутацию, видишь. Так, щупальца вашей памяти изучают каждую выпуклость, трещину и путь между каждым новым. Активировать мутацию, смотри, ее можно на этот. Так, щупальца вашей памяти изучают каждую выпуклость, трещину и путь между каждым новым ориентирами. Пока лужайка не станет такой же знакомой, как ваши 5 пальцев. Благодаря силе интуиции ваши крошечные ножки быстрее пробираются сквозь грязные сорняки. Активировать мутацию. Во, я активировал. Ее можно активировать. Мутация? Да. На пробел. На пробел я нажал. Все, теперь я... Теперь я, видимо, то ли быстрее бегаю, то ли что, не понимаю. О, мне инвентарь полный пишет, прикинь. Привет, муравей. Короче, побежали туда, где этот дуб. Надо дуб найти. Погнали, где дуб? Общем, вон короче, он дуб. Бежим в ту сторону. Бежим в ту сторону. Муравьи нам не помогли. Да, муравьи. Да, они маленькие, ты что, их жалко их. Муравьи, наверное, они здесь. А что это пиликало только что? Не знаю, я ничего не слышал. Вот я сюда подбежал, и тут запиликало. Кто-то мычал. Сюда, беги за мной. О, тут божья коровка огромная. Лют. Смотри, божья коровка просто огромная. А мы ее бить, либо что? Не знаю, подожди, она сейчас как будет атаковать? Она атакует? Не, она просто ползет, она безобидная. Она безобидная, ладно. О, по ней ползать можно. На ней ездить можно. Смотри. Как делишки? Я как разговариваю с муравьем. С муравьем? Смотри, я на божью коровку залез и еду на ней. Она куда-то... Запрыгни на нее, можно кататься. Да я упал, так. Ладно, что, погнали, куда? Пошли сюда. Вот здесь же дуб, вот он дуб. Я уже нашел его. Там сюда. О, жесть. Нифига себе здесь. Орех, молот.
Короче, смотри, мы сейчас разрубим. Смотри, орех нашел, Макс. Не, молот вот. Нужен? Не, молот у меня есть. А, ты раздавил орех? Желудь. А, это желудь. Скорлупа желудя. Кусочки желудя. Я не взял, желудь. Короче, непонятно. В общем. Скорлупа желудя. У меня инвентарь полный, я ничего не могу сделать. О, сок, камень. Тебе нужен сок. Сок здесь я нашел, не, Макс. У меня сока, по-моему, полно. Смотри. Я камень огромный нашел. О, разрубил. Красавчик. Офигеть, я тут камней насобираю сейчас. Красавчик. Молот задача нужен, круто. Так, тут сока много, да. Пошли исследовать дальше. Нам сейчас надо... я сок соберу тоже. Ой, я что-то нашел. Блин, что плохо тут? То, что нельзя сразу все собрать. Видишь, нет такой кнопки, например, под носе собираешь. А где взрыв был? Смотри, пылевую станцию здесь... нашел. Я пылевую станцию нашел. Где? Пошли, надо изучать. Вот здесь. Давай, 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 иди сюда. Кусочки желудя. Мне здесь короче... паук, Макс, снова. Да ты чё, здоровый? Да, такой же, блин. Блин, подожди, у меня... Чё у меня с инвентарем? У меня постоянно пропадает. Бежит гата! Убегай, убегай. Йо. За мной сзади бежал. Блин, нам надо... Здесь... Ой, да-да-да, он сюда бежит. Паутину кидает. Ой, жесть. Да-да-да, агрессивный какой. Блин. Да иди нафиг. Бежи. А может копье в него вкинуть, а? Ой, здесь. Давай желтый берем, здесь желтый можно собирать. Да, блин, он бежит, он бежит. Ой, а нами? Да. Блин. Тихо. Я не могу собрать желуди, у меня нет места. Так, что мне тут надо выкинуть? У меня есть да, камешек. Что, потом... Подожди, может быть мне создать есть. Что-нибудь? А? Может мне создать, говорю, что-нибудь? У меня что-то еще новенькое, видимо, появилось. Лопаты из желудя. Смотри, можем лопату создать. Желудя, да. Но у меня нету скорлупы. Скорлупа у меня есть. Готовка. Надо вертель создать. Давай вертель создадим. В принципе, похавать. Нам нужно какое-нибудь грозное оружие. По-любому, если паука завалить, по-любому о, что-нибудь дадут цены, мне кажется, понимаешь? Счетчик выносливости. Да, инвентарь заполнен. Я тоже инвентарь заполнен. Короче, давай что-нибудь скрафтим, встанем здесь. Покрафтим чуть просто. Давай я вертел создам. Во, я вертел создаю. Все, что есть. И пожарим еды на нем. Так, и как создать мне? А, Е построить. Все, построил. Зажечь. О, готовить. Смотри, можно приготовить. Так. Если природа я только активировал. Во, я могу сырое мясо тли пожарить. Готовить. Чуть-чуть. Готовить, готовить, готовить. А вот это что такое? Гнат? Вивил. Счетчик выносливости. Короче. Воу, воу, воу. О, и чё? Так. Я пожарил? А где? Где? А как узнать, что я пожарил я или не пожарил? Создать. А, вот, жареная тля. Вот они крутятся, смотри. Вот они крутятся. Все. У блин, меня есть жареная тля. У меня жареная тля появилась, вот она. Да, красавчик. Большая сытность, пригодна для еды. Вот, а я схавал. А, готовить, я тоже могу готовить, смотри. Вот они крутятся, вот, забери одну жареную тлю. Забери. Сырое мясо тли могу приготовить, смотри. Вот она, мне, у меня вон уже пожаренный. Вон пожаренный уже на вертеле, видишь, крутится. Забери один. И съешь. О, так, а твой еще готовится, видишь? А что-то мало, короче, что-то я не понял, что вообще ничего не подхилился я. А при чем тут хил? А там этот, она еду восстанавливает. Все, она вот здесь еда, пожарится. Еда. Ну еще съешь, попробуй. А там не сразу, по-моему, восполняет она как-то. Что-то вообще ничего не прибавляется, вообще не понял. Ну как, еда, вон желтый кружочек. Синяя вода, а желтый кружочек, я она понял, полная. Ничего нету, ничего не прибавляется. А вообще ты, не понял. А ты не съел, оно в инвентарь. Зайди два раза по нему щелкни. Ты чё? Ты просто в инвентарь его забрал. Вот я в тоже. В инвентарь? Да. Здоровье и еда. Нет, не в создании, а в инвентаре прям. Есть создать, а есть инвентарь. Самый первый. А, инвентарь. Да, и там найди тлю и два раза по ней щелкни. Тля. А, большая сытость. Съел? А, вот, да. Вот, все. Вот еще одну возьми, жареную. И, короче, жареную забери. Забери жареную. Сейчас. Все, круто. Друзья, я пока нуб. Как бы у меня опыта в таких играх нету. Макс больше играл, он играл и в Рафт. Вот, так что я иногда туплю. Тупить о, могу. Кусочки желудя. Я кусочек желудя нашел. Тоже пригоден для еды. Тоже так, можно скушать. Так, 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 так. Приготовим. Что еще приготовим? Давай сразу все приготовим. А у меня больше ничего не... А, нет, вот какая-то штука. У меня есть. Тля тут, короче, еще. Давай сейчас... так.
Мест, что ли, больше нет? А, во, я какую-то фигню поставил. Смотри, я какую-то фигню поставил. Это что такое? Не знаю. Жареный тля? Готовить просто, жареный тля. Жареная тля, а вот это что? Жареный долгоносик. О, долгоносик уже... жареный. А. Долгоносик. Понятно. Все, я забираю долгоносика. Жареный долгоносик. Это пожарилось, можешь забирать? Жесть, что за фигня? Так, где жареный долгоносик? Вот оно. Вообще прикольно, вообще круто. Так. Большая сытость, пригода для еды. Во, отлично, ну все. Давай сейчас наши поменяем. Давайте поменяем, уберем грибы. Грибы, мне кажется, вообще можно теперь выкинуть, наверное. А нет, пусть будут. Потому что новый может пригодиться. Так, я наверх залез. О, я запрыгнул. На дуб, на самый верх. Так, я смотрю, сейчас посмотрю. Я вижу фонарь. Я не вижу. Блин, я забрал. Я не вижу. А, я вижу место взрыва. Все, нам надо дальше топать. Ты сюда залезь, да? Куда я, короче, и потом мы потопаем. Сок нужен для создания этих аптечек. Так, закрыть сок. Сок еще нужно что-то, чтобы создавать. Трава, по-моему. Трава нужна, да, там нужна нам еще трава. Так, да. Короче, я иду вот сюда по листочку. Идешь вот за мной? Да, я, короче, наверное, камни выкину, Макс, потому что они уже нафиг нам не нужны. Камни, в принципе, можно собрать. Да, камни быстро можно собрать. Камни можно камни собрать. Выкинуть, да. Как бы, в этом не проблема. Да, ладно, что, погнали, все. Давай, беги за мной уже. Прыгай по вот этим, по листочкам и вот сюда, по корням. Потом по листочкам и идем сюда. Я вижу этот взрыв. Тихо, тихо, тихо. Что-то ох, было, муравьев что-то много, они на жука нападают какого-то, муравьи. Муравьи, сейчас отобьем. Они жука бьют. Да не, нафиг, ты сами сражаются. А, понял, короче, муравьи, они есть, потому что хотят. Я думал, наоборот, муравьев едят. Не. Ладно. Так, пошли. О, тут, смотри, сок еще нашел. Смотри, густок сока. Что, соберем, наверное? Давай, я соберу. Собирай, конечно. Можно вдвоем, наверное, добывать это, нет, интересно? Вот, все, собираем. Сок нужен. Сок нужен. Может, знаешь, что здесь? Может... А, нет, убили, смотри. Че убили? Они едят. Они, смотри, они съели. Кого? Муравья. Они муравья, не муравья, нет, съели. Как? Ух, жука атаковали. А, жука атаковали. Я не понял, они нам что-то дают, либо что, либо забрать-то да изо рта. Что-то их прикармливать, может, надо. О, смотри, место взрыва, пошли. Я нашел. Идем сюда. Погнали. Вот, а там видно, это же место взрыва фиолетовое. Вот, сверкает, да. А тут смотри, какое болото. И вот еще сок валяется. Смотри, я нашел что. Еще... Исследуйте взрыва. Все. О, Верн Армарет Raspberry Punch. Какой-то я обнаружил. Да. Сок. Еще банка сока. А если она не разбивается? Нет. Мне кажется, нет. Мне кажется, будет вход. О, тут трубочка. Да, и сок валяется. Смотри. Ну-ка я выпью чуть. А, я все выпил. Блин, а что он все выпил? Все, и больше нету ничего. Mm. А, смешно. Так. Ой, жесть. Так, ну что, пошли место взрыва посмотрим тогда. Тля, тля, бей, тлю. Она же пригодится. Тля, фигня, там летит пчела. Или шершень здоровый. Сейчас всех завалим. Нам надо мошки, знаешь, чтобы создать себе этот. А тля тоже же нужна. А, тля, бей. Не знаю для чего. А, ее жарить только. И хавать из нее, если только. Так, ладно. Вот я бегу, я к взрыву подбегаю прям. Мне вода нужна, Макс. Вода? Нигде не видишь? Как... Нет. Ох, жесть, тут взрыв был. Жесть, тут взрыв был. Мне вода, я сейчас сдохну, короче, без воды. Я нашел тут помещение какое-то. Иди сюда, быстрее. Так, сейчас, подожди, я нашел какую-то баночку, может съесть, что-нибудь попить. Не лезь в бутылку, а лезь в банку. Почему? Не знаю. Я залез. Да. Обнаружили все. Написано просто, ты сказал, как будто бы. Ты бежишь за мной, нет? Ты вообще всё. Далеко за мной. Ой, от меня. Думал, здесь вода есть попить. Мне вода просто нужна, сейчас сдохну, короче. Ну, пошли поищем на растениях. Пошли поищем. Блин, опять темнеет, нам надо будет опять строить. Выходи сюда, а беги. Что, клевер-то есть? Да, это, да, беги, это... сюда, беги сюда. Сейчас здесь вот это растение есть, сейчас тут что-нибудь найдем. По-любому здесь вода где-нибудь. Блин. Во, нашел! Выпить газировку, вот. Газировка есть, капля. Я в бутылку залез, там ничего не было. Здесь капля газировки. Вот, фигачка, она здоровая. Валяется, ну. Спасибо. Выпил? Выпил, но вообще чуть-чуть, прикинь, восстановил. А тут гвоздь. Мы здоровый гвоздь. Обезвоживание у меня вообще капец идет. Так, ладно.
А вот еще вода. Иди сюда. Ко мне беги. Вижу. Вот вода еще. Краса. Потом паук, смотри, опять. Вот, вот это правило, все, спасибо. Ой, там два паука здоровых. Лепесток цветка, Макс. Для чего нужно собирать? Собрал? А, не знаю. Во, вода тут еще, я видел. А, это от розы. Наверху розы растут, да? Да. Да, розы наверху. И пчелы. Пошли, короче, пошли место взрыва все-таки изучим, а? Было бы круто, знаешь что? Чтобы какая-нибудь фляга была постоянно с собой. Ну, надо создавать. Там, видишь, мы верстак можем создать. Но мы тут, блин, мы тут бегаем, тупим еще. Жесть сколько. Медвяная падаль тли какая-то. Для чего она нужна-то? Не знаю. Ее муравьи вот. Медвяная падаль... Медвяная, или как? Типа мед, может это? Может это мед какой-то? Ладно, чё, погнали следовать, либо что? Не, давай переночуем, наверное, уже темно. Давай построим ночевку, ну. Давай ночевку построим. Прям здесь тут ты можешь построить? Так, ну-ка, где она? Подготовка, вертел. Веха, навес. Во, я могу построить навес. А как мне его? А, вот, два раза. Все, я сам себе построю. Вот. Тебе построить? Не, я все тоже поставил. А, все. Все, спим. Давай, да, спать. А, не могу спать. Что, время рано, говорит. Не могу спать на спей, смотри. Время для сна с 20 до 6 утра, а у нас только 18.56. Ладно. Тогда я забираю. На X нажми переработать и забрать можно. Назад. На X? Да, на X. И держишь. На X. X. Наведи и X держи. Нету. Ну ладно, наведи за... там внизу X или работать. X. Во, и собирай ресурсы, видишь, назад. Все, пошли место взрыва тогда изучать. Побежали за мной. Побежали. А как сохраниться в игре, а? А, во, я еще не раз. Сохраняется. Не, через вот тут можно создать новое сохранение. Так, да? Сохранить, Space. А, все. Цветник, совместная игра, все, сохранил. Не пугайте меня. Не-не, ты вот сюда беги. Ты не туда бежишь. Так, что, вот сюда? Блин, темно уже, а? Что, кому? Я ничего не вижу. Так. Кого ты убиваешь? А. Да тлю, валю. Тлю, так, вот сюда. Вот это надо как-то перепрыгнуть, давай. Корни. Уже, блин, темнеет жестко. Так, все, бежишь за мной? А что, темнеет, да. Беги. Вот сюда, и вот здесь где-то будет вход. Там какой-то, как лаборатория какая-то. Тут смотри, какой взрыв был. Можно сюда поставить, видишь? Жесть, смотри. Мы зайдем сразу. Мы что-то нашли. Создайте, используйте факел и отправляйтесь в теплые места. Продолжайте исследовать лабораторию под дубом. Жесть. Вот именно. Нашли новую лабораторию, это просто круто. Офигеть, лаборатория, да? Новая серия экшена. Здесь каждая минута все больше розового, блин. Да, тут что-то все розово. О, РСБ-01 я нашел. Запись какую-то. Расшифровка записи. Заказ номер один. Что это такое? Бургер. Робот, мне нужно, чтобы ты отслеживал эти колебания энергии, сообщал мне, если они превысят допустимые значения. Привет, меня зовут Бургер. Сегодня я к вашим услугам. Я специализируюсь на готовке, переворачивании и жарке. Жарки? Эта функция полезна только для твоих устаревших собратьев, которые переворачивали бургеры. Мне нужно, чтобы ты отслеживал вот эти показания. А зачем тебе еще специализироваться на готовке и жарке? Понятно. Добавляю отслеживать колебания энергии в список моих основных задач, понижая приоритет жарки. Хорошо, а теперь займись делом. Изменяю приоритет для жарки. Узнать подробности. Не знаю, какую-то запись нашел, фиг его знает, что это такое. Какой-то робот с каким-то чуваком. С каким-то ученым робот, видимо, разговаривал. Наверное. Андрей, я катку построил, нашел. Что это такое? Катка. Анжел, короче. Туда до 6 капель воды помещается, но... А, это воду туда таскать, да? Да. Так, это либо выход, там... подожди, нам сюда. Вот, смотри. Вот сюда. А, тут заперто. Продолжать исследовать лабораторию. Вот тут видишь, короче... А, потянуть, все, нашел рычаг. А, не могу нажать. Подожди. О, нажать. А. Вот, надо... нужно активировать. Да, только как-то... А, все. Все. Все,
все. Все. Пошли. О, робот. Он бьет меня, нифига себе. Жесть. Молот. Беру, молот, газ, вырублю. Не, молот не бьет, молот не бьет. На тебе. Да, офигеть. Ты офигел. Сдохни, блин. Макс, на тебе. Эх. О, я его забрал. Купиться знания нам дали. Да, и тебе тоже дали, а? А он у меня в инвентаре не появился, прикинь. А где он? Лаборатория по дубам. А что у меня? Вы два? Серьезно? У меня два топора почему-то. Мне нужен топор? А вы... Да нет, у меня есть, Макс. Погнали дальше, исследуем. Давай. Это просто какая-то... Это что, пушка, вышка, смотри. Я не знаю, какая-то лаборатория. Что тут было? Интересно. Очень интересно. Ой, жесть. Вот. Там, смотри, там что-то там сверкает. Пушка. Пошли посмотрим. Ой, мой пойдем, гад. Пойдем, пойдем, пойдем. Как бы здесь нас не шандарахнул ток, смотри. Какие-то капсулы. Такое? Спереди, спереди. Ой, бери. Я взял 100 крупиц знаний. 100 штук. Взял 100 знаний. Так, ты взял, а да, мне добавил, значит, я не понял. О, тут ползти можно. Камеши. Можно проползти, камеши. Но тут ничего не видно. Ладно, пошли камеши назад. Погнали. И... О, тут еще один робот, смотри. Он лежит. Сюда. Не бей, не бей, подожди. Помочь, нет, это помочь, помочь ему, да. Помочь. Где поможем. У тебя болит? Ты его починишь? Спасибо за помощь. Я Бургал, исполняющий обязанности научного руководителя на этом проекте. А еще робот. Окей. Красавчик. Я уверен, что все это очень сильно вас дезориентирует, но надеюсь, я смогу объяснить. Подозреваю, что вы были уменьшены и доставлены сюда следователем компании «Неизбежность». К сожалению, это все лишь домыслы, так как в результате всплеска напряжения вырвались все системы этой лаборатории. Полагаю, вам ничего об этом не известно. Нет, откуда? Хорошо, продолжим. Аккумуляторы здесь полностью сели, так что их нужно будет зарядить. Макс, пойдем, я нашел анализатор. Тем временем я останусь здесь и займусь ремонтом, а также буду рад ответить на любые... О, на любые вопросы, смотри, можно с ним поболтать.